Торгашино заканчивает установку спортивной игровой площадки. Этот уголок для проведения досуга детей, да и взрослых. Здесь есть и баскетбольное кольцо, и футбольная площадка, и тренажеры, и детская зона. Очень просили сами жители. Обошлась площадка в более чем 3 миллиона рублей. Все по наказам избирателей. Осмотреть ход работ приехал депутат Московской областной думы Александр Легков. Он указал подрядчику на недочеты. Это связано с поставкой как раз этих элементов, которые сейчас устанавливают. Долго очень ждали их, и вот они пришли только под самый занавес. Ну а площадку до этого делали. И, соответственно, покрытие уже положили. И, по идее, сначала устанавливаются элементы, а потом кладется покрытие. Здесь те элементы, которые не пришли сразу, приходится устанавливать сейчас. Исправлять ошибки подрядчик будет уже весной. В целом площадка практически готова и производит хорошее впечатление. Строители укладываются в срок 24 октября. Сюда осталось только привезти лавочки, а в теплое время года высадить газон.